Давай! Да, блядь, он далеко. Да, стрельни все. Машина поехала! Ну я выше сижу, было знать. У нас на треках ты выше сидишь, блядь. Ну только машина там уже снижалась. По ним теперь полируешь. Ну так ты, блядь, этим самым ты едешь, как его? Мотором? Нет, этой, лебедкой. Ну так давай еще. Машина едет, говорят. А? Да машина двигается сюда, видишь, у меня развернулась. Ну и хуй с ней, блядь, давай, сейчас выйдем. А? Вот там далеко. Все пока далеко. Стоп, колеса не летав там, Макс, право-лево попробовать, нет? Кстати, вот попробуй налево, Макс, налево. А то тоже добрая фаза, вот это даже не следило. Да понятное дело. Ну дальше пока нет. Перецепляйтесь, Витару не смыть, они чтобы на том же месте стояло. Я понял. Дуя. Убегай, не стой меня. На видео записывается. Идет уже? Да. Давай. Хватит отсюда страшно, я в пузе, блядь. Блядь, сейчас пошла по ответной, Макс. Машина пошла! Нормально, давай потихоньку. Он так начинает вот так. Саня, подойди сюда ближе, ближе туда подойди. Саша, сколько времени? А позже я скажу, сколько времени. Не надо, не говори, я скажу. О, отсюда да, обзор получше. Как он ныряет, четенько будет видно. Выхлопная труба опустилась, грязь. О, нормально, нормально. Оторвалось? Что? Что-то вырвало, по-моему. Трос вырвало. Трос? Трос вырвало, блядь, ребёнок. Да ты шо? Что-то дёрнуло, да. Вот то, что я говорил. Надо было верёвочку ещё чуть-чуть добавить. Макс, да. Я её взять могу сейчас с открытой дверью. Просто ты можешь провалить. Все. Хорош, Макс. Ну, блядь, я вообще беру ее.
Так дверь открой. Открой дверь, чтобы наверняка было. Дверь ему открой. Наоборот закрой, все нормально. Ты видишь, что у меня эти самые точки, руки на точке, блядь. Да. Это видно вообще, блядь. Вася, а ты видишь, что на машине рука на точке? Да. Ну я не знаю, ты касаешься, это не косить бампера, Зуч. Можешь бампера косить? Сейчас я там осветлю. За минуту до этого туда можно глянуть, блядь, и прыгать. Вот, всё. Любую точку, любую четверку, пятерку. Да, да, видно, видно. Thank you.